переливы баяна, топор-топор и хлопки. Добро пожаловать на Казанский Сабантуй. Традиционно главные части в березовой роще. Все начинается с угощений главного татарского лакомства – чак-чак. Превосходное лакомство. Великолепный праздник – место, где оживают культура и традиции. Все лакомства и вправду традиционные для татарской, марийской, чувашской, русской кухонь. Правда, что русскому хорошо, то испанцу в диковинку, например, рассол. Сабантуй этого года по-настоящему интернационален. Здесь туристы из Испании, Колумбии, Польши, Австралии, США, Вьетнама. Сабантуй – это возможность показать наши традиции, нашу культуру, наш спорт. Наше единение. В составе делегации и официальные представители ФИФА, где, как ни на Сабантуе, посмотреть на традиционный спорт республики. Представители ФИФА вообще восхищены Татарстаном, Казанью, гостеприимством. Главное состязание Сабантуя – борьба кереш. На двух коврах борцы со всех районов Татарстана сражаются за главные призы – барана и новенькое авто. Оба трофея достались пятикратному чемпиону – казанцу Раилю Нургалиеву. Снова бои, но уже на мешках, развернулись на обновленном озере Лебяжье. В роли борцов – колумбийские болельщики. Такого шоу, говорят, не видели нигде. Сабантуй почти как футбол – ярко, горячо, эмоционально. Это очень экстремально. Впервые вижу такую игру. Просто сумасшедшие эмоции. Колумбийские болельщики буквально сегодня прибыли в Казань и сразу же на Сабантуй. Их привели местные друзья. Тут у вас очень необычно. Мы рады, что наша сборная играет именно в Казани. А вот так китаянки бьют татарские горшки. С горшком промахнулось, но вот то, что на Сабантуй попало, в точку. Мы очень счастливы быть здесь. Здесь очень много народу, шумно, весело и интересно. Не прогадала с казанским уикендом и пара из Колумбии. Впервые болельщики Камила и Сантьяго попробовали себя в беге с коромыслом. Это особый праздник. Здесь целая армия непохожих друг на друга людей. И все довольны. Я влюбился в этот фестиваль, а игра была изумительна. Кто-то пришел на праздник сразу после матча, кто-то в преддверии игр национальных сборных, а кто-то приехал сюда из других городов, специально на Сабантуй, который сами они называют не иначе, как фестивалем с funny games или забавными играми. А вот в этом задании иностранцы принять участие не решились. Шутка ли достать монетку, окунувшись в катык? В Ванкувере о таком, признаются болельщики, не знают. Это весело и даже чудаковато, но очень самобытно. Они выпивают это после? Татарстанцам же хоть Сабантуй и не в новинку, но эксклюзивным в этом году его сделал чемпионат мира. Нам этот праздник нравится, мы всегда ходим на этот праздник. Сотни туристов и полсотни иностранных журналистов, десятки тысяч татарстанцев и гостей республики, районные подворья, водные забавы, самые разные языки, традиции, цвета. Главный Сабантуй этого года получился в стиле мундиаля. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, Альбина Салгараева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.